Just removing the box. Oh my god. Oh my god. What? What's that happened? Genius. Oh, Cake with 3 kills. I wouldn't have even have thought to just wait in that position because how he wasn't seen, they're just sneaking behind the sofa like a lost remote. He'll manage. Заканчивают здесь надежды. Ну как, надежды еще тлеют, но Сизд 1 в 3. Возможно ли это? Способен ли Денис потащить такой клатч раунд? А он делает минус по каску. Подождите-ка, остается всего двое. И если доработает Сизд еще и по последнему, это будет просто прорыв. Он целится. Ну! Размен, Розео тоже подключается. Плент, правда, бронять будет довольно-таки тяжело. Ксиган, бог ты мой, квадрокил. И последний уже Сиз остается в коннекторе. Один против двоих попытается все-таки выйти на этот ретейк. Ксиган в бланде, но Ксиган эйс. Это эйс для Ксигана. И это 16-7, друзья. Все тройки, иначе будет проблема. Есть минус от Киашимы. Дальше уже выход с ладера. Киашиму забрали. Кэджи, 2 фрага. Против сотки не справился. И в итоге 2 в 3. Йори вроде как держит под контролем точку А. Но там проблема в том, что на старом тут находятся 2 соперника. Сиксер с ВП, правда, крадется. РПК забрали. Заметили Сиксера, по-моему. Бомба ставится. Нет, не заметили Сиксера. И смотрит сюда Йори, но выхода не было. И Сиксер погибает. Последний остается Хэппи. 1 против 2 с АВП. По-моему, его сейчас... Пришло мне это в голову. Но звездная река здесь не похожа. А, здесь через буст будет выдвигаться не сейчас. Под коннектор потихоньку, помаленьку. Оп. О, все-таки прописали здесь Маслину Сизду. Минус он. И это теперь 4-4. Теперь обратно придется забираться. Денизисом. Такие вот мувы. Серьезные. Что вообще происходит? Все. Крок встал под ним. Наконец-таки. Лаз. Is all that remains. Has the AWP has been doing fairly well so far, but there is no chance of him winning this round. He just has to try and save the AWP, and so far, so good. These do have to be a bit careful. Not that he could win the round, but just make things very, very costly. And he is cleaning up at the moment. It's a shame he couldn't do that earlier. Должен пропускать противников в коннектор, а вот здесь Хэтс есть фраг и сразу же отходит. Так, лес. Зиге. Просматривает иллюзива. Что? Выйдет ли на него? Просто обычно здесь мало кто вообще на месте стоит. Ну, так чисто с трейфами, либо просто-напросто пропрыжками чекают стул. Но в итоге вот контакт, и иллюзив остался, кстати говоря, красный после него. В коннекторе хэдсавикам, а там противник еще и снизу. Хэдс отстреливает бомбу все равно, и второго тоже забирает хэдс. Даблкил с этой позиции, трипл по итогу в раунде пока что, и, возможно, на этом не остановится. Тут еще есть шанс забрать иллюзива, который проходит снизу, и он его видит, он его забирает, GT последний подвале, по-моему, сейчас Хэтс его здесь найдет, это эйса для Хэтса. С гранатами, и Макс принимает решение уходить и ловить, если вдруг кто-то как раз пойдет на ту самую подмогу, но, так или иначе, бомбу подбирают, но сравнивают позиции. Макс времени не терял, заметил сейчас еще одну, кинул грант, переключается на пистолет, но не получается, тут же встреча, и есть размен 1 в 1. Не смог переключиться, и голову также ставит по маке, и 7-й раунд все-таки уходит, но сейчас камбэк относительно оформили. Решили, видимо, что им не складывается. Тут Нокс начинает простреливать, драс смоук, значит не просто так. Первый минус уже есть, ждет второго, но целится немножко не туда, однако все равно делает минус пока не. 15-й раунд может сейчас уже быть в кармане, пытается простреливать, но... Не попадает, тем не менее, все равно минус 2 уже есть. Зота также добирает третьего. И остаются вдвоем. Тут же прострелом сверху, с подсадки, забирает Локи. И остается последний у нас товарищ. Ну и что он там сделает? Непонятно. Макая забрали, правда, в ответ двоих уже моментально. Остались снова вдвоем. Против двоих еще пытаются перестреливаться. Мака против двоих остается просто перекрестным огнем. Закрыла команда Isurus Gaming. И как теперь работать под окном? Стоит, ждет дефьюза, конечно же. Ну а тут эти позиции все закрыты. Киты есть у обоих, поэтому нужно сейчас начинать. Макс тем временем делает отличный минус, но раскрывает со свою позицию. И будет ждать, конечно же. Попытка подняться, попытка побайтить, закрыть. Все равно не получится уже выиграть. И сейчас еще и минус сделает. Мака должен половить эту голову. И победа для команды Limitless. Бомба еще не успел. Так, 13 раунд. Еще 2, и это допы. Бежать. Нужно бежать тут же, NBL. Пока что кроет все позиции, успеет ли он заметить, не успевает. Полокс уходит в разном направлении.
И в итоге сейчас NBL сделает минус. Даже не проверяет спину. За это наказан, конечно же, сразу. Ну и двоих осталось проверить, найти. Находит. И последний. Кана, бедный, которого почти нету здоровья. Должен находить. Первого нашел, но перестрелять не смог, банально.